Мусульмане всего мира отмечают один из своих главных праздников – Курбан-Байрам. Он знаменует завершение хаджа – это ежегодное паломничество в Мекку. Утренние молитвы, пожелания добра и счастья, угощения в каждом доме. Службы проходят по всей стране, во всех действующих мечетях. Мусульман сегодня поздравил Владимир Путин. В телеграмме президента отмечается, что праздник служит сближению людей, приобщает их к многовековым религиозным, духовным и историческим традициям. В Наринмаре также не обошлось без торжеств. С великим праздником мусульман поздравил представителя землячества азербайджанцев в Ненецком округе Этибар Вилаят Угылы. Он специально приехал в одну из столовых, где питаются верующие. Все они представители нескольких восточных стран. С утра приходят поздравления из дома, из родных, близких, друзей. И мы именем азербайджанской диаспоры поздравляем всех мусульман, проживающих территорию НАО. Желаю благополучия, здоровья, счастья. Для мусульман в честь Курбан-Байрама специально приготовили праздничный обед и ужин. Сегодня хороший бозбаш, суп рисовый. Салат чобанский, чобан салат, лимон, яблоко, сок. Жертвоприношения, которое устраивают после молитвы, у мусульман, проживающих в нашем округе, не будет. По традиции мясо животного делят на три части. Одно отдают бедным, и второе готовят угощения для родных, соседей и друзей. И только третью, последнюю, верующие оставляют для своей семьи.